Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами Даев. И данное видео посвящается всем к тем, кто поддерживал меня ранее и продолжает поддерживать, несмотря ни на что, несмотря на то, что стримы стали реже и видео не так часто выходит, но я думаю, любители инженеров обязательно это оценят. Как я ранее обещал, если какой-либо сценарий появится, который мне понравится, в Space Engineers я его обязательно буду проходить. Ребята, данный сценарий называется Спайард или Свалка. Мы находимся в далекой-далекой галактике. У меня даже есть далекие-далекие силы. Силы джедая, ребята. Я могу вот... Ну, не могу. Я могу, смотрите, я ее толкаю. Тяну машину, стоять, корова. Но это не очень сильно. Сила у меня еще маленькая. Мы находимся в далекой-далекой галактике, на неизвестной нам планете. Вот с такими красивыми растениями, водосборами. И вдалеке наша родина, цель долететь до туда. В чем смысл сценария? Здесь мы будем только добывать. Мы не можем ничего себе крафтить. Совершенно. Мы можем спиливать, присобачивать и все остальное. В общем, каждые несколько минут спавнится разрушенная какая-либо постройка. Мы ее должны спилить, присобачить на свой этот и усовершенствоваться, пока не улетим и не построим себе мегафлот. В общем, я думаю, Бартикус Барт и все остальные любители Space Engineers оценят, за что вам огромнейший лайк, ребята. Юрий Александрович снова в инженерах. Ну что, погнали? Так, первое, что погнали. У нас единственное, в чем отличие от оригинального сценария, это не Земля, это совершенно другая планета, потому что Земля уж больно гористая. Такое ощущение, что мы в Альпах, а не на Земле бегаем. Это первое отличие. Если мы разбиваем эту машину, это гейм-овер автоматически. Так что у меня уже есть плюс 16 будней ютубера. Неудачный дубель. Так, что я еще хотел сказать. Крафтить мы ничего не можем. Точнее, мы можем крафтить, но мы ничего не можем производить. У нас совершенно нету источников энергии с вами, друзья мои. У нас с вами вот такие вот грузовые блоки. И никакого производства, естественно, тоже нет. Вот в этом весь и фокус данного сценария. То есть, раньше было grid to learn, распили, чтобы научиться. Теперь у нас скоммунизди to learn. То есть, скоммунизди и поставь себе. Так, у нас с вами машина. Единственное отличие, как я говорил ранее, от стартового сценария ванильного, это несколько красивых модов, добавлены красивые планеты, эта планета совершенно другая, и не стал выключать джетпак, но ограничил его 3 секундами, потому что этот кастрат даже на машину не может запрыгнуть без этого джетпака. В общем, когда вы его включаете, четверть джетпака сразу водородного баллона улетает в хлам. Так что особо не полетаешь, и работает он всего лишь 3 секунды, и полностью разряжается, и вы падаете. Так, поехали. Вот такая вот у нас машина, недостроенный гироскоп. Гироскоп мы делать не умеем. Вот это вот весь наш заряд, и заряжаться нам негде. У нас выключены колеса, потому что я экономлю все. Так, сразу же проверяем, что у нас все хорошо. Кабина багги работает, управляет колесами. Коннектор выключен, дабы не жрать ничего. Парашютный люк. Я твой отец, экономим электроэнергию. Что-то я еще хотел. Программный блок выключен, но он тут не знаю для чего он стоит. Так, 200 ватт. Гидроген танк. Нет, 200 ватт это слишком много для меня. Полное исчерпание неизвестно когда. Вот это вот меня уже радует. Проверяем, что у нас все настройки колес нормальные, а сил коннектора ненормальная. Хорошо. Далее. Газуем мы передними колесами. Это вот я так уже попробовал данный сценарий поиграть. Поэтому мощность мы передним колесом увеличиваем. А торможение... Трение... Где тут? Высота, мощность, угол поворота. Трение уменьшаем. Правильно же я понимаю? Мне нужно тормозить только же... А, мы вообще выключаем нахрен у передних колес. Нет, я неправильно понимаю, трение надо вернуть взад, иначе мы никуда не доедем. И вообще выключаем нахрен тормоз передних колес, потому что оно переворачивается через свою голову. Задние колеса меньше мощности, чтобы не вставал, сами знаете, на что. Так, ну что, покойнички, покатаемся. Вот, вы видели сейчас только что сигнал, он где-то здесь мелькнул. Сигнал действует ровно 3 секунды, и надо скорее нам торопиться. В общем, по таким прекрасным пейзажам, с прекрасной травкой, мы с вами стартуем.
Где-то вот в той области я его видел. Будем надеяться, что он где-то там и есть. Если опять разобью машину в первые 10 секунд видео, вы увидите жопичную тягу. Экс. Очень удобные модификации добавлены, которые позволяют настроить громкость звука и вот это вот, как у вас работает джетпак. Если кому интересно, ссылочку, заходите на стрим, просите, все ссылочки и все остальное я выложу, естественно. Я уже в предвкушении, где же? Главное вовремя, главное быстро не тормозить и резко не поворачивать, потому что это гейм-овер сразу же. Второй машины нет, скрафтить ничего не получится. Страшно, аж жуть. Надо было отметить. А я отметил, да? Километр 68. Где-то примерно в радиусе 3 километров спавнится. О, что-то меня в пустыне понесло. Сейчас скорпионы меня встретят. Ладно. Живность выключена, потому что тут, правда, тут быстрее сам убьешься, чем... Ой-ё, город без даты. Это зачем-то я сюда приехал? Травка зеленеет, солнышко блестит. Главное, на черное не наезжать. Теги вообще не носить. Боюсь, ребят. Вот, мы видим. 2.46. Вот, мы его даже прямо отсюда видим, ребят. Но, обязательно, мы должны поставить новые с текучей позиции. 2.46. Чтобы я знал расстояние. И по-хорошему надо делать две точки, чтобы еще и направление узнали. Но я тут отсюда уже вижу. Теперь главное доехать и понять. Вот я заметил там камешек вдали. Вот будем на него ориентироваться. Давайте все-таки, наверное, это. Поставим вторую точку. Это позволит нам... 2.40. Еще раз повтори. Так. Позволит выровняться. Мы будем видеть относительно... Тут я не проеду. Хочу уже большие колеса. Трастера или еще чего-нибудь. Ну что, серьезно не проеду, что ли? Ну что такое? Ну япона мать! Начал поиграть. Вон там вижу тропинку. Да, наверное, это внимание в задний ход нужно. Так, осторожненько. Тут вот не слезть. Это вот без вариантов вообще. На такой тачке не слезть. Экс. Я думаю, будет очень интересно, потому что тут надо решать. Каждый... Кусок пластины для вас жизненно необходим. Сейчас посмотрим, может, здесь спустимся. Ну, в теории, да. Вид из кабин, конечно, здесь приятный. Руля не хватает. Уберите этого с руля. Я не с руля, я чебурашка. Так. Полпути есть. И вот за счет вот этих двух точек мы сможем всегда ориентироваться, куда нам ходить. Все. Так, а здесь, может быть, слезу? Нет? Вроде ровненько. Если очень-очень аккуратно, то, наверное, вот здесь я спущусь. Только надо подтормаживать. Давай, не падай. Страшно. Аж жуть. Welcome to Space Engineers с их физикой, лагами, багами. Подписывайтесь на наш канал. Текс. Сценарио. Скрап-ярд. А чё я там сказал? Не спай-ярд, случайно. Ой-ой-ой. Такое вы будете слышать часто, извините. Но это гейм-овер. Я раз 4 начинал. Что уже проверено электроникой. Как вы видите, оно исчезло. Обещал вернуться. Но мы видим по меткам, нам еще 2 километра вот по этим полям-горам. А на земле это вообще нереально. Это либо надо брать пустыню, но там совершенно неинтересно. Оп, стоп. Вот там вот 2,9 было, да? Да. Так, парковка включена. Парковка отключена. Мы можем и так вот делать. Слэш ГП... ГПС... 2.9, сразу же мы отсюда вот 2.9 сделали, вот этот GPS, и он был вот тут, да, в эту сторону. И немножко отбежать, потом мы к этой вернемся,
GPS. Как неудобно, как непривычно. Новые есть текучие позиции. 2,8. 2,8 делаем желтым цветом и выкидываем. 2,8 и убираем пока с экрана, чтобы нам не мешалось. Вот эту вот, в принципе, стартовую точку можно удалить, но хрен с ним, пускай будет. Так, у нас уже два места свалки. Сейчас мы себе такой драндулет сделаем. Ух, доехать бы. Так, что не едешь? Стесняется. Так, 3,2, это вижу. Вот так вот. Вот так вот. 2,9, 2,9. Вроде нормально ползем. Пока нормально. Но страшно, ребята. Поистину страшно. Оно совершенно неустойчивое. Поэтому подтормаживать мы должны совершенно очень-очень аккуратненько. Надеюсь, запись-то хоть включил. Включил. 11 минут, и мы приближаемся. Когда мы подъедем метров на 500, она будет видна, и мы скорректируем наш курс. Так. Вот если две метки не оставить... Нет, не в ту. А! Дерево. За деревом дерево. За деревом дубь. Ну где ты? Ну давай, я уже готов. Я уже готов пилить. Я готов уже усовершенствовать свой галактический корабль. Вот то вот это не оно. Так, стоп. Машина. Сколько там было? 2,4. Это стоп. Мы уже переехали. 2,46 я видел. Значит, мы проехали вбок. Сбились с курса. Мне кажется, что вот куда-то сюда надо. Так. Потом вся эта езда, если без приключений, будет вырезаться, естественно. 2,46. Вот куда-то сюда. Ну где же ты, милая? Милая где? Welcome to Space Engineers. 2,46 вижу. 2,46 и 2,40 вижу. Я на 2,70 нахожусь. Но я уже должен ее видеть. Даже на таком приближении. 2,70. Ну где же ты? Скорее всего, не в ту сторону поехал. 2,2. Шесть. Надо остановиться, наверное. И осмотреться. Так, что мы имеем? Мы имеем ничто. Так, убираем вот эту метку, она меня смущает. 2,46 и 2,41. Ну вот пока что. Доедем до конца вот этой горы, развернемся и поедем в обратную сторону. Если здесь этой штучки нету, она может мелькнуть сейчас в любую секунду. Тут дело... того, как ищешь. Так, увеличивается расстояние опять. Нет, ребят, я, наверное, не в ту сторону поехал. Да, 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 да. Так, ну что ж, я думаю, до первой паузы мы с вами дожили. И как подъеду и увижу, мы вернемся. Вот. Она проявилась, прорисовалась. Здесь я, естественно, ехал не в ту сторону. Вот теперь я ее вижу. С 2 километров, вот. 2,05. Ну, теперь-то мы уж не должны сбиться с курса, если я не врежусь вот в это дерево. Что там, я, естественно, не знаю. Почему-то меня несет то вправо, то влево. Рановато я еще не нашел ничего вкусного. Вид из кабины, конечно, здесь сильный. Ребята, прям, вы знаете, такое ощущение, что на горящей точке еду. Вот. И пропала опять. Ну, мы уже этот километр мы уж точно проедем. Теперь от нас она никуда не денется. Хотя, как ни парадоксально, расстояние до моей точки 3 километра. Ну, значит, кто-то криво отметил. Либо это переспавнилось. Не знаю. Ну, давай. Мне нужно что-либо очень-очень большое и толстое. Сейчас бах сразу корабль. И все, и гейм овер. Первые попытки. Ладно, конечно же, так быть не может. Ух.
Эх, молодежь, молодежь. Да, кстати, ее можно и на стримах играть. Заглядывайте на стримы. Опа, ребята, у меня есть источник энергии. С чем я вас и поздравляю. Еще 93 метра туда что-то показывает. А что тут-то? А тут у нас забор. Да, не густо. Не бахнуться бы. Ое, ребята, это источник энергии. С чем у вас и поздравляю. Ну что, здравствуй, моя большая. Машина используется. Так, здесь доступ запрещен, естественно. А тут что за большой... Ой, рукой помахал. Да что ты будешь делать? Это что за большой алос? Консерватория. Обсерватория. Это мои стальные пластины. Е-бой. Че, правда стальные пластины? Прям все стальные пластины. Круглая броня. Ну ничего. Пластин... Ой, сколько много пластин-то. Можно их пильнуть, кстати, уронить и уже... Вали его на спину, ломай ему... Быстрее. А, ребята, большой контейнер. Контейнеры я, естественно, делать не могу. Малая батарейка. Встроенный светильник. Умею ли я встроенный светильник? Све. Почти попал. Све. Встроенный светильник умею. Это внутренние пластины, строительные компоненты. Освещение. Освежение. Освещение. Не вижу ничего. Так, у меня два встроенных светильника и доступ запрещен. Естественно, батареи резать нельзя, но можно. Если аккуратненько, аккуратненько их подпиливать до строительных компонентов. Так, чуть-чуть и взламывать обратно. Это мое. Ой, хрена. Ой, что это было? Мутюкальник, что ли? Здесь сенсор автоматрона. Так, тихо, главное вот это вот все не взорвать. Но мне пока нечем это все доделывать. В общем, мы оставляем вот эту вот штуку. Так, что у меня здесь есть? У меня здесь есть ничего. Ставим GPS. Тогда компьютер. Давайте его взломаем. Поглядим, что тут. Что тут у нас? Две лампочки-дочки, да? Хотя я бы их не выключал. И ветрогенератор выдает 221 ватт. А, что-то я хотел. Я хотел коннектор. Мне же нужен коннектор, правильно? Правильно, неправильно. Нравится, не нравится. Как же тут неудобно. Конь. Коннектор. Бах. Вах. Вам не хватает стальная пластина. Да ладно, а куда же? Куда же делась-то? Давайте вот это все-таки уроним. Я не думаю, что тут что-то вкусное есть. А я же сложил. Главное не на головку уронить. Так, аккуратненько. Бам, блин. Физик. И рубите сук, на которых стоите. Ладно, потом что-нибудь придумаем. Закладываем коннектор. Вот он будет светить мне на восток. Тут, естественно, мне всего не хватит. Так, что мы можем разобрать для того, чтобы это все собрать? Не знаю пока что. Пока что разбирать нечего. Допилить я тут не могу, я не сделал точки. Ну что, это будет дом. Sweet Home Alabama. Новые с текущей позиции. Операция. Sweet Home. Лучшего я и представить не могу. Пока что в начале будет вот сиреневенькое мне. Так, да, F1 я тогда удаляю. 2,9, 2,8 удаляю, потому что... А, бля, стящая. 2,8 оставил. Звезда пленительного счастья. Вот эти вот два надо было удалить. 2,4 и этот. А эти оставить. Ну, жопа с ручкой. Так, сейчас сориентируемся. Подождите, подождите, подождите. Я что-то не вижу меток. Ровер, Sweet Home. Где? А я их не включу. Ладно вы,
после, знаете, как трудно после Империонова в этого всего играть. То есть мне нужно вернуться, а я ее сделал так, что мне ее и не видно ни хрена на экране. Ну ничего. Зрение, конечно, так и шепчет. Это, ну выпей. Так, внимание в задний ход. С этой штукой разобрались. А, стоп, 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 там же еще заборы были. Заборы были. Заборы это святое. Один забор. Что-то у меня как-то в одну мухе пиликнул, я думал, уже машина уехала. Балки и... стальные пластины. Халява, халява, ребята. Мы уже можем с вами построить целый корабль. Сложил, сложил. О, из инвентаря, как я тебе рад. Так, внимание, в задний ход. Так, аккуратненько, аккуратненько. Паркуемся. Бля, стяча. А, нет, сука. Не мат. Так, Хьюстон, I have a problem. Так, у меня здесь на моей точиле есть где-то гироскоп недоваренный. Вон он на нем стоит. Сейчас мы будем доваривать... Да подожди ты, вижу я. Сейчас мы будем доваривать гироскопий. Нет, пока не могу. Так, отсюда забираем все самое важное. И, наверное, вот это вот тоже забираем. Главное не пильнуть основу. Сейчас мы будем гироскоп... Поворачиваться на гироскоп... Ну что ты, ну сделай же так, чтобы это... Большая труба нужна. Где же мне взять большую трубу? Угу. В чем у нас есть большая труба? Там в светильниках случайно их нету. Так, здесь одни пластины, это меня не интересует. Главное, не пилите, сука, на которых стоите. Так, здесь ничего, кроме внутренних пластин, нету. Жалко. Жалко. Строительные компоненты. Да что ты мне пиликаешь-то? Строительные компоненты, строительные компоненты, да? Ну, давайте ему отрежем уши по самой гланды. Он упал. Ты что меня троллишь, блин? Вернись! Как это работает? Ага, панель управления. Чего лишний компьютер? Или... Я эту херню автоматроновскую хочу. Или... Она меня троллит. Вот вам физика-то. Так, ладно. Хьюстон, мы have a problem. Мне нужно... Так, survival kit. Нет у них в нем этого. Здесь труба есть. А могу ли я себя насадить на одно колесо? Могу, пока могу. Дай, не вижу. Вот, готово. Готово. Где ты? Гироскопий. Так, моторов две штуки не хватает. Ну, началось в колхозе утро. В тебе есть кто? А если найду? Так, сейчас мы из тебя моторы-то и добудем. Вот. Вот примерно так это все и происходит. Появился гироскоп, давайте его проварим полностью, потому что если он отвалится, это будет конец. Так, а вот мой мотор, кстати, и большая труба. Главное, не раз это. Ну-ка, верни меня взад. Один мотор не хватает, да? Ну и ладно, не сильно и хотелось. Ну что? У меня все время там красным горит. Авто, да, авто. Четыре дня. Так, у меня есть гироскоп, да? Сам я своими ручками... Крен перехват. Вот в эту сторону. Это не работает. И рыскание. А, точно. Говорю, крен перехват не работает. У меня выключено. Як. И рыскание. Опа. Ну давай. Горшочек вари. Не хочет. Стесняется. Он настолько хреново лежит. Я не понимаю. Почему у меня гироскоп не срабатывает? А, вот, задергался. Тихонечку. Давайте чуть-чуть подкопаем. Я же его выключил, надеюсь. Философоратор. Так. Естественно, нет, ребята. То есть, да, вот под задницу тебе подкопаем. Вот это вот, блин, жалко не доварить.
Ну ничего страшного. Всяко бывает. Сейчас мы его немножко освободим, чтобы он болтаться мог как это. И попробуем еще раз. Так. Ползает. Панель управления. Гироскоп. Меня интересует только крен перехват, да? Рыскание пока мы выключим от греха подальше. И это мы тоже выключим от греха подальше. Так. Эк. Не работает. О! По крайней мере, крутится. Давайте попробуем тангаж. Ага, я понял. Не в ту сторону. Вот так вот. Ловким движением руки. А, понятно. Понятно, понимаю, понимаю. Гироскоп, подожди. Мне нужен твой мотор и мотоцикл. Да ебана, мать. Эк. Главное не пильнуть полностью и нежно. Да ты что? Лжешь, штука. Так, вот это вот очень много места занимает. Так, теперь мне нужно еще заинвентарить себе одно колесо, потому что без него что-то не слышит. Вот. Так, проверяем, что мы тут повредили. Это вроде все живое, это вроде все живое. Тебя тоже полностью вылечим. И компьютер, наверное, вернем. Нет, на компьютер уже большой трубы не хватает. Ну, япона, мать, ну, Юра. Ну, ничего, быстро справились. Без гироскопа здесь вообще делать нечего. Что-то давно не было сигналов. Дом-то уже есть, а сигналов-то еще... О, еще сколько. О, ценная пластина. Так, надо на них встать. Где они? Теряю, давайте, новые с текущей позиции. Это вот настолько наиценнейший ресурс, то ни в сказке сказать, ни пером описать. Муняфе. Вот. Трой чизфул. Так. Каждая штучка. На вес золота. Почему здесь никто еще пока не пасется? Все это пригодится нам в будущем корабле. Главное не заиграться, а то тут... Знаете как? Время летит. Садишься и прям это... Да что ты, блядь? Ну это я так пойму, где это было. Я подъехал, но теперь ездить боюсь. Лампочка моргает. По питанию благодать еще пока много. И теперь бы не въехать вот в эту дырку. Так, давайте проверим, что у меня с этими. Всегда видны. Вот что мне надо. Всегда видны. Ребята, где это? Второй забор. Вот сюда. Мне пупуасня уже надоела, а? Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Где тут моя вкуснятина? Welcome to Space Engineers. Так, 2,8 там, да? Ну, где-то в эту сторону, по-моему. Туда надо ехать на... А сколько до него на... А, вот эта точка-то и есть. Жопь с ручкой. Вот эта точка и есть. 2,8. Значит, этого 2,8 можно смело удалять. Я спутал те точки. Я думал, я то нашел, а оказывается, я и это нашел. Главное теперь не захерить свой свихом. И... Инвентарь, storage is full. Хреново. Рейджев у меня больше нету. Значит, мы сейчас планируем все-таки себе сделать вот эту штуку. Все лишнее, как говорится, все лишние пластины. Очень много с собой возить тоже такое себе. Мы можем это все сохранять как бы в построенных запчастях. Ну-ка, дай-ка. Ну-ка, дай-ка. Давай-ка, плясать, выходи, извиняюсь. Это я. Это нечаянно я. Это я... Я так торопился записать уже ночь на дворе. А мне хотелось бы, чтобы вам что-нибудь было посмотреть. Вот. Самое главное мы сюда убираем. Потому что инвентарь из фула это плохо. Так, главное мне оставить на поршень. Надо, наверное, его сразу же приварить. Тут есть? Тут нет. Ничего. Да что ты? Так, а тут? И тут ничего нет. Так. Хорошо. Сейчас мы попилим. Попрыгаем вот на эту штуку. А у меня блока нету, да? И нету уже. И правда же нет. Ну ничего. Почему оно не падает? Должно падать. Танцы в окселях вроде не указывал. Все остальное падало. А это что-то висит.
Ну висит и висит, имеет полное моральное право. Так, поршень. Сразу же мы бахаем себе поршень. Лорики вместе с Дори будут недовольны. Так, мне нужно два мотора. Моторов у меня, естественно, нет, но вы держитесь. Там мы тоже ниоткуда взять это не можем. И здесь мы моторы не использовали. Нет моторов, ребята. Так что пока что проблема. Пока что все мои моторы в моих этих... Так, доварили все полностью. Полностью и нежно. 20 компьютеров еще надо. 8 моторов и 15 компьютеров. Ну, пока нету. Пока и не взять. Так, с гироскопа мы что содрали? Ух, нихрена, он с первой попытки запрыгнул. Да вообще дурной. Так, я вижу мотор здесь. Ну, вот здесь вот есть моторы, но это мне ничего не даст. К сожалению. Так, это что такое? Компонент решетки. Херня. Так, водород. Надо пока не это. Парашютный люк. Нужен ли мне? Хрен меня знает. Вдруг тут это. Вот, мотор, еще один мотор. Станции выживания. Понятно, не работает. Так, ну что ж, поехали искать следующую точку. Мы потяжелели немного. И это чувствуется, кстати. И по подвеске тоже чувствуется. Так, куда же мне ехать-то? Ну давайте, мне почему-то подсказывает внутреннее мое это, что ехать-то нам как раз сюда. Полями. Горами. Вы не представляете, как это интересно, вот когда каждый кусочек, вроде бы в инженерах нет вызова, а тут когда вот каждая писечка тебя пытается перевернуть и убить, и что тебе не хватает одной пластинки, одного мотора и еще одного чего-нибудь. Главное не жать на тормоз, когда увидишь сигнал, потому что иначе это будет хэппи-энд. Ну пока по плоскости едем, вроде как нормально, потом прыгнем и все. И конец. Где же пистолет? Ух, зато красивыми пейзажами. Дай-ка я немножко скорость сброшу. На бок он заваливается тоже, только в путь, ребят. Уже 32 минуты, а мы нашли место для будущего дома. Ого, есть. Ободонит сигнал, вот туда. И тормозим нежно. Сколько там было? 2,7, да? Так, выскакиваем носом. Сразу же ставим 2,7 метку. Новые с текущей позиции 2,7. 2,7. Что это было, блин? Что взорвалось? Слышали? Это уже не я. Так, и туда. Сейчас мы прямо вдоль него пробежим, чтобы туда прям показывало. И туда вторую, чтобы я всегда мог вектор узнать. А потом, когда мы доедем... Так, и еще одно новое с текущей позиции. 2,5. Новое с текущей позиции. Я мало отбегаю, но так тоже работает. 2,5. Устраивает. На зеленом фоне ни хрена не будет видно, но красным не могу сделать, потому что... Потому что... Так, вот и появился у нас вектор. Погнали. Тут там что-то взрывается. Может, это моя база уже того? По звезде пошла. Жалко. Нормально же вообще олень. Блинские горы. А представляете, на земле вот так вот повыживать? Там вообще хрен проедешь. Вот теперь я уже туда-сюда обратно могу болтаться. Лишь бы внизу у меня это было 2,7-2,5. И смотреть. Вот осталось 2 километра. Ебаться, нагибаться. Ой, кто это сказал? Я хотел сказать и баста. Я же перед глазами промелькнула. Хочется ехать и быстрее, и, как говорится, это... Не до геймовера. 1,5 километра. Я хочу большие колеса и огромную колесную базу. Я надеюсь, у нас это взаимно. Так, здесь мы не залезем, я вижу уже. Может, музыку надо потише сделать? Этот мяу-мяу, это... Да тихо ты! Йогурт! Пиздатый. Оу. Оу, оу. А, это гром гремел. По-моему, меня заливает. Карлсон залетел и ждет малыша. Так, здесь можно проехать вообще? Главное. Не бояться. Его главное разогнать, дальше хрен остановишь.
Давай, ползи, зеленый. Драматизму здесь не хватает, да? Вы не представляете, у меня прям это... Прокладка между рулем и сиденьем сжимается до размера черной дыры. Сингулярности. Так, по-моему, я немножко сбился. Тихо, не тормози. Мне надо ехать вот туда. Вот 4 ободони там показал, но я не успел заметить расстояние, куда оно показало. Поэтому мы будем до этой ехать. Блестяще. Ну, ёпарский бог. Скоро у меня кончится словарный запас и начнем письками ругаться. Так, а мне ехать надо вот туда. Куда, блин? Ну как вот это вот объехать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как мне повезло, что я успел затормозить, ребята. Тихо, тихо. Знаю, что это гейм-овер. Знаете, чувствуешь себя. Надо вид из колес сделать. А так мне не видно, что на земле. Надо сделать... В общем, в первую очередь нужна нормальная колесная база. Я потом лучше туда проеду. Сейчас объеду эту горную гряду. Дерево, уходи. Беги. Бегите, глупцы. Еще дождь, это сволочь. Так и знал, что планета Санкт-Петербург. Ну и что тут? Ничего тут. И ничего тут. Эх, как хочется трастеров, ребята. Хочется, хочется, хочется. Я, по-моему, здесь никак не перееду. Либо надо это все объезжать. по огромному крюку. Либо... Да, вы знаете, не перееду ведь. Японский бог. Как это работает? Тут должен быть проход, я его чувствую своей печенью. Я уже начинаю кусать губы. Скоро начну кусать эти. Ох, вы видели молнию? Сейчас мне еще молния и звезданет, и вообще будет хорошо. Да, кстати, эту модификацию я что-то не добавил. Чтобы молнии не убивало. Я думал, какие здесь молнии могут быть? Осторожно. На черную не наезжать. Фиги бы еще не носить. Ё-моё. Зеленый Марс. Терраморфинг на снежно. Вот так, вот так, вот так вот. Вы знаете... Я так не напрягался, не знаю... Даже когда последний раз. Наверное, когда мне в Империоне, но вы этого не знаете еще. Жопь Тавера взорвала. Вот тогда было весело. По-моему, это в один конец. 1,8 километра не хватает, чтобы до тут добежать. Сейчас пешком побегу. Пешком, по-моему, больше шансов добежать. Ага, вот. Так, 4,77 туда. Перпендикулярно. Может, лучше ее залутать, а? Да остановись ты. 4,77 перпендикулярно вот этому. 4,77 туда. А по-другому никак. Новая из текущей позиции. 4,77. Давайте без точки, хрен с ним. Тут и так понятно, что их километр. Ставим ее желтой. Отмечаем еще одну векторную точку. Не летит. Бежит, я бы даже сказал. 4,77. О, ни хрена. Нахрен я тут на этом грузовике своей жизнью рискую. Еще одну векторную точку ставим сюда, да? Новая из текущей позиции. 4,76. 4,76. Желтенькая. Пойдет. Так, ну и как мне это все объезжать? Мне кажется, вот по большому вот этому, такому кругу. Где мой ровер? Не убиться бы. Тут тоже не воскреснуть. Верни меня взад. Эх. Да, вы знаете, аж прям это... У меня аж... Те органы напряглись, какие только могли быть. Вот вам Space Engineers. Так, туда я не хочу, да? Не хочу. Я не могу и не хочу.
Давайте так, я хотя бы понимаю, какие у меня наклоны куда идут. 4,76, 4,77. Я бы, конечно, вот на 4,77, если у меня выбор между тем лазить по горам или не лазить по горам, я бы лучше бы и не лазил, но проехал лишние 4 километра. И, как говорится, и похрену. Но только лишь бы по плоскости. Ой, никто не услышит. Япона, мать, какие тут горы, а? Вот кто такой придумал? Зря я сюда вот вообще заехал, мне кажется. Чувствует моя печень. Так, на черное не наезжать. На нем кочки. Тут не прыгать. Не прыгать, говорю. Знаете, прям скилл водителя. Всю жизнь мечтал. Водить. Ой, как круто. Круто. Гля, куда же я попал? Куда вы целились? 41 минута, а я езжу. Ну, по крайней мере, дом нашли, ребята. Для пилотной серии, что же это за сценарий, какие у него вызовы? Вот вы теперь уже знаете, что это за сценарий, какие у него вызовы. Вызовы, если перевернулся, если на гироскопе обратно не перевернулся или что-нибудь сломал, все. 3,86. Правильной дорогой идемте, товарищи. Давайте пометим. 3,86 на желтую. Ты только не уедь никуда. Новые из текущей позиции. 3,86. 3,86. Это тоже к желтой относится. Чем больше GPS-точек, тем нам проще будет понять, куда нам ехать. Так, объезжаем. Карлсон залетел и ждет малыша. Так, стоп. Здесь стоп. Здесь вот через вот этот проулочек. Как давно я на хороших машинках не ездил. Японский бог! Вернись-ка! Деревьев тут понаставили. Зыди! Уходи от меня. Так, мне надо сильнее сюда, да? Это я почти домой приехал. Так, три. Одна точка справа, другая слева. Сейчас выровняем так, чтобы все были в одной стороне. Вот как-то вот как-то так. Как-то, ребята, так. Так, сценарий. Что-то они у меня разъезжают с точки. Какой доверять? 7. Давайте вот этой будем доверять. Хотя то я вроде как совсем... О, хоть на плоскость выехал. Ой, кайф-то какой. Но булки нельзя расслаблять. Тут бывают еще и невидимые кочки. Так, осталось 2 километра, ребят. Вот 2,6 километра. Проехать, если там не будет вот таких непреодолимых препятствий, мы очень-очень быстро. Самое главное, меня очень сильно пугают вот эти вот тени от деревьев. И дождь этот, сука, достал. Это как в песенке, помните? Классика. Так. Я немножко не туда заворачиваю, мне надо вот в эту сторону ехать. Хоть бы там что-нибудь путное было на моторы. Я бы сразу бы счастливчик был бы. Счастливчик. Ну нормально, тут хотя бы ехать можно. Главное притормаживать перед этими горочками. Так. 2,6, 3,8. Ну что, остался километр. Ровно километр, ребята. По всем моим навигационным точкам нам остается всего лишь километр. Ну уже давай появляйся. Я уже тебя чувствую своими фибрами души. Давай. Штек. Вот оно, вот оно, вот он, часть моей мечты. 300 метров. И это... Доставайте шампанское, ребята. Доставайте шампанское. И это... И это что-то уныло. Комбайн. Комбайн. Всего лишь навсего комбайн? С еще одним контейнером. Средним. А там большой, что ли, был?
Так, что есть на этом комбайне? Большой-большой. Ничего. Так. Так, что это такое? Малый контейнер. Это хорошо. Малый контейнер — это очень хорошо. Конвейерные трубы. Да, это мое. Так, далее. Что это у нас здесь? Цилиндрические колонны. Блок легкой... Блок легкой брони. Заплетак языкается. Так, это мое. Главное не пильнуть лишнего. Малая... Малая конвейерная зонта. Ах ты, подлец. Как ты могла так со мной? И места нет. Вы держитесь. О, места хватает. И это хорошо. Мы можем его поставить на колеса, кстати. Обратите внимание. Так, это что такое? Это тоже малый... Два малых контейнера. Малый контейнер. Там может быть что-нибудь вкусное. А, это конвейер. Лепень. И то тоже конвейерная труба, да? Да японский ты. Залазь. В общем, жидковато. Я, это... Конвейер. Ну, это тоже конвейер. Эх, и ничего путного, да? Так, глушитель. Кстати, это путная глушитель. Обратите внимание, и колесные базы. Это же моторы. Мы можем поставить это на мотор, увезти до дома, до хаты. Средний контейнер. Его бы починить, но, боюсь, мне не хватит чего-нибудь. Нет, мне все хватит. Мне все хватит, если мы сейчас найдем где-нибудь компьютер. Компьютер. Компьютера нет, но вы держитесь. А здесь? И здесь нет. Значит, вот пилить надо. Где у меня есть компьютеры? Здесь пластины, здесь пластины, здесь пластины. Нету у меня в этом? Нету. Жалко. А у тебя есть компьютер? О, целых 5 штук. А нахрен он мне вообще нужен? Коннекторе есть, коннектор пилить нельзя, а вот тебя я на компьютер сейчас по-быстренькому насажу. Давай, ешь. О, молодец. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Доступ запрещен. Ты что меня троллишь? Целая решетка. Решеточка. Так, а что мы можем придумать, ребята? А не можем ли мы себе позволить 2 стыковочных блока? Ставить это все на колеса, вы знаете, я, по-моему, не доеду. Пока мне это... Ох, солнышко вышло. Сейчас он зайдет за планету, будет нам счастье. Можно сделать себе... Можно, не можно, можно. Можно сделать себе этот, кран. Зацепить его просто и оттащить до базы. Остальное все попилить. Наглый харь лица. Вот это вот тоже вещь. 2 мотора. Ое, вот это мне уже нравится. Это мне уже очень нравится, ребята. Так, и решеточки обязательно. Решетки дефицит. Так, там что-то упало. Сейчас, может, еще стекол наделаем. Мне по-хорошему бы, знаете, что сделать, пока у меня есть достаточно этого. Я бы сделал бы вот так. Я бы сделал бы вот так. Я бы сделал бы... Объясняю. Армируем машину. Потому что если ее не заармировать, корабль возрождения будет удален. Не будет. Ну давай ты прыгай. Ну пока что прыгает. Я вот предпочитаю вот... Ага. Чё? Невозможно построить блок. Блин, хватит ты громыхать, страшно же. Извините, аж охрип. Я лучше буду инвестировать вот в такие пластины, которые мне оставят живой мой этот. Надо было здесь угловую поставить. Да? Да. Текс. Что это такое? О, симпатично. Аж жутно. Да знаю я, по-другому хрен запрыгнешь. Завались, женщина. Так. Просто если мы теряем батарею, это хэппи-энд. Так. Сейчас мы из него потом шарик сделаем. Уже нравится. Вам нравится? Не точно. Так, стоп. Блок, блок, блок. И так вот.
И вот так вот. И вот так вот. И лезет. Вот так. Что тебе надо? А, стальная пластина нужна. Да не вопрос. Вот это тут ведрище. Эх, скраб-механик меня нежный полностью. Будем ли мы ставить это на колеса? Да не будем мы это ставить на колеса. Это надо брать и эти колесные базы просто забирать себе в карман. Раз такая халява, тут целая колесная база. Мы можем еще пару колес себе добавить, ребята. Представляете? Ребята и девчата. Что мы можем с вами натворить-то? Вот это вот прям поломанное очень сильно. Так, разживляемся. Главное не пильнуть это сейчас. Вот этот вот. Мы сделаем. Кран. Мы сделаем кран. И, судя по всему, в следующей серии, наверное. Да нет, ну как же так-то? Ставить вас без самого вкусного. Будем считать мини-стрим. Не забывайте о поддержке. Спасибо. Так, устраивает нас такое? Такой. Такое. А здесь кран-балку сделаю, да? А, или сбоку. Нет, вот здесь... Прям был бы очень даже неплохо. Как хреновый компьютер здесь стоит. Ну, жуть вообще какая-то. В коннектор я и сам руками залезу. Мне главное, чтобы не взорвалось. Когда я перевернусь. А я обязательно это сделаю. Так. Ну что, почти заармировали. Давай. Почему ты вперед ты не прыгаешь? Дистрофик. Вот про что я и говорю. А если совсем выключить джетпак, это совсем печально будет. Джетпак. Давай. Подись. Как бы. Завались. Обезопашивайся. Нет, а если с горы упасть? Чуть другое некрасивое слово не сказал. И это Happy New Year будет сразу же. Так. Это сделали, это сделали, это сделали, это сделали. Харя вроде как бронированная, но это не точно. Так, кран, да? А-а-а! Вот это я мужик. Пильнул головку. А головка выйдет? Головка вышла. Несите цветы. Сейчас, если батарею быстрее расхреначу, будет мне и кран, и еще чего-нибудь. Дин-дин-дин. Так. Подводим итоги. Что мне нужно для того, чтобы вот эту вот штуку зацепить? Можно просто ногой ее зацепить. Как вариант. Но ее можно и оторвать просто ногой. У меня есть такое понятие, как ротор. Шарнир. Ёпт, что такой большой-то? А поменьше нету шарнира? Маленький. Маленький, глупенький. Шарнирная деталь. Я бы знал, как это все работает. Я с этими шарнирами ни разу не... Ую. Шарнир 3 на 3. Шарнир. Ага, это деталь, а это шарнир. Все, понял. Понял, не дурак. Так, так. Сюда, блин. Большая стальная труба. А куда я дел стальную трубу? Тут малые, 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 малые. Вылежу. Большая стальная труба. Как мне это поплосня надоело, извините, конечно, но я немножко ее того. Так, звук давайте. Ситуации. О! У меня тут спокойные, медитативные ситуации. Это, кстати, что такое? О, малый контейнер. Чем вас и поздравляю. Я их тоже, правда, делать не могу. Три энергоячейки, ребята! Это просто, это все, это конец. А где же пистолет? Так, где? Гироскоп у меня тут все, мотор хочет. А ты у меня что хочешь? Большую трубу, да? Блин, у меня трубы здесь, трубы здесь. Трубы нет? Трубы нет. То у меня есть три ячейки. Может быть, здесь есть труба? И здесь нет трубы. Ну, Юра, как же мне тебя забрать-то? Может быть, не сразу же? Давайте попробуем через шасси тогда это сделаем, херня все. Опять что-нибудь пилю? Не, нормально. Ох, страшно было. Какая там высота? Вот такая там высота. Берем шасси. Прямо это все утащим. Иф. Ша. Стип. Так, большая магнитная пластина. Или нога. Давайте лучше нога. Нога.
О, идеально. И даже соберу. Да ты же волшебник. Ну что, пробуем? Так, внимание, в задний ход. Так, надо было на этом делать. Я и волком могу дотащить. По сути-то. Подожди. И... Надо его обесточивать, дурачку-то. Не так много питания. Все, потух, потух. Так, теперь мне вот это вот мешает. К великому сожалению. Но это мои пластины. Что это все святое. Волшебный уголок убийца. Те, кто часто смотрел мои видео, знают, что это такое. Почему я так сильно боюсь этих уголков? Слушайте, ну мне уже нравится. Прям вообще отлично. Сейчас мы заберем большой сундук, и у меня будет хоть куда скидываться. Это же полдела сделал. Эй, драгоценность упала. Главное его сейчас не пилить. Вот это вызов, вот это я понимаю, друзья мои. Так, теперь я их стыкую, потом отрезаю и уношу. Я его, в принципе, поднять могу своими силами-то, сверхъестественными. Но что-то перестрахуемся. Нежно, нежно, нежно. Ага, тормоза. О! Можно и волком донести, но я боюсь, я от него одни уши донесу. Куда делся-то? Так, аккуратненько, сбоку. Так. Так. Искак, пид. Как обычно. Что у нас происходит в инженерах? А. Тут есть продвинутая модификация на отрезание без отрезания, кстати. И она активизируется какой-то другой кнопкой. Я не помню, правда, какой. Medium Cargo. Так, а чем же тут это? Отрезать. Как-то можно было отрезать без... Detach. Ну что, модификацию не поставил. Херово. Гадий Петрович, хреново. Чё это? Эк. Блин, как быстро время летит, ребята. Чувствуешь себя добытчиком? Потом у нас будет нормальный инструмент, все это будет повеселее уже. Но такие тонкие вещи, конечно, обрезать. Надо посмотреть. Я вроде ставил модификации, это все, которые должны быть в сценарии. А это у меня малый контейнер, да? Нам он нужен на объем 125? Хер его знает. Я бы, конечно, был вот того. Или... Не стесняйся. Так, хорошо, волков нет. Вольков. Волчонок. Меня слышишь? Вот я бы сейчас бы еще пару-тройку серий бы записал. О! Отцепись-ка. Отцепись-ка. Эк. Вот. С облегчением. Друзья мои. Так. Теперь надо весь низ подрезать. Чтобы не оторвало по самой гланды. Оставить здесь GPS-точечку. Это я по какой? Вот по этим трим приехал, да? Эти три удаляю тогда. Новые с текущей позиции. Железо. Кузов. Железо-кузов. Есть такая буква? Есть такая буква. Текс. Я боюсь, у меня просто на стыковочный блок не хватает сейчас. Не хватит, по крайней мере. Да и он нахрен не нужен. Пристыковывать его еще мучиться. Мы должны на базе себе сделать кран. Для того, чтобы этим краном уже можно было все вот это вот ставить, стыковывать по-человечески. Но пока у меня не хватает ресурсов. Первый, как говорится, ремонт трудный самый. Главное сейчас ему не обрезать.
Так, зато сколько пластин, ребята, я уже могу его заполнить. Я боюсь, что у меня, когда я это отрежу, мне корабль на жопу сядет. Какие у меня подозрения. Непередаваемое ощущение. Зато с ушами. Сейчас. Офигеть. Не надо его пилить. Подумайся. Так, его доделал. Вот эти крылья надо нам обрезать. Давайте обрежем. Надо на нос. На нос как-нибудь утяжелить. Что ты меня убиваешь-то? Подожди. Ну давай. Лопасть. Так, и вроде как нормально. Да, исключительно нормально. Ну, по крайней мере, через нос теперь не перевернемся, да? Так, что мы еще не взяли с этого вкусного железа? Куска железа. 2,7, 2,5. Что-то я там и не нашел эти 2,7, 2,5, а может быть и нашел. Внимательно очень просматриваем. У нас тут есть контейнер малый. Да я не думаю, что мне пригодится, но мне пригодится его мотор. Обязательно. Это не допиливаем. Несмотря на то, что автоочистка выключена. Так. Ну что, надо до дома ехать. Прям страшно, аж жуть, но надо. А куда деваться? Никуда не денешься. Мы раздобыли себе сундук. Теперь его главное не убить. Хотя у меня дома тоже есть сундук. Тут всего лишь километр. Ну еще 5 минуточек. Ой, страшно. Такое ощущение, что с завязанными глазами несу яйцо. Притом преимущественно свое. Ну что, мы в этой серии перевернулись. По-моему, даже два раза. И загнулись. Зали хозяин, дай рыбе. Метров, мы уже рядом. О да. О да. Мой свит хоум Алабама. В цвет цветочков. Цветочки мне здесь нравятся. Вообще топовая планета. Ну, слушайте, для первого видео, по-моему... Так, стоп. Абадони туда, да? 5,6. Куда? Перпендикулярно. Туда, 5,6, да? Туда, 5,6. Еще раз повтори. Новые с текущей позиции 5,6. А, это, наверное, та, к которой мы не долезли. Давайте я ее сирененькой сделаю. Вот так вот пробегу еще немножко. Сделаю 5,5. Тоже сиреневенькую, новую из текущей позиции. Мы все равно туда как рано или поздно залезем. Но это не точно. 5,5. И тоже ее такую вот сделаю, какую-нибудь синенькую. Синий-синий-иний. Так, вектор имеем. Почему у меня тут все время что-то красное на меня светит, когда я сажусь? Это что такое вот красное? А, это выключенный генератор водорода. Понятно. Точнее, он даже не генератор, это просто бак с водородом. О, я вижу, ребята, я вижу. Вижу землю. Главное его сейчас не шмякнуть. Контейнер, конечно, будет очень обидно начальника. Надо доделать зарядник, потому что у меня скоро кончится. Крутится, крутится, это хорошо. О, я дырку тут свою наделал. Так, ну я думаю, что надо оставить его прямо здесь. Уже ближе к телу. Так, сплевываем. Вроде как можно не разобьется. Еее, парковка отключена. Вот, блин, инженерам кинам не хватило кнопки для отдельной парковки, ребята. Как это работает? Так, сейчас мы посмотрим. Тебя тоже бы допилить, конечно. Сейчас мы посмотрим, что мы сможем тут сделать. Не хватает... сколько моторов? 4 мотора не хватает. Где-то надо их взять. Наверное, они есть в ноге. Один мотор есть в ноге. Так, а на тебя? А ты большой и толстый. Вот это вот я понимаю. Я тебе все равно спилю. Мехатрон. Скотина.
Он меня троллит. По крайней мере, мы уже можем скидываться сюда, ребята. Это ничего не пропадет, автоочистка выключена. Так, это условие сценария. О, ни хрена, у меня аж задница поднялась. Но это уже хоть какой-то контейнер. Потому что тут один вот этот коннектор, сколько у него? 1,152, а здесь 3 литра. 3 литра, ребята, пол-литра и вдребезги. Что я могу себе позволить на 3 батарейки? Мертвого инженера хотим? Нет. Ему нужен радиокомпонент. Интересно, в каком месте? Так, блоки энергии. А, ничего, я не могу себе позволить. Источников энергии-то у меня нету. У меня есть плюшевый. Саброид. Кто хочет павука? Эх, на что я трачу свою жизнь? На павуков. Так, тебя мы освободили. Корабль должен быть практически пустым. В смысле, машина. Так. Мне пока что не хватает все еще моторов для того, чтобы доделать. Вот поближе бы это вот как-то, вот поближе бы. Но пока это никак. Мотор. Не хватает 4 мотора. Да, в тебе есть моторы, я даже... Блин, какая сволочь здесь дырку вырыла, а? Где у меня тут? Один мотор здесь, в ноге. Далее. Смотрим, где еще есть мотор. Ну, прыгай ты. Два мотора здесь. Все равно не хватит. Одного мотора все равно не хватит, друзья мои. Ага, вот еще мотор. Вот и мои моторы приехали. По крайней мере, хоть заряжусь. Как порядочный. Надо приделывать к себе, но пока я боюсь это... Блин, еще 4 мотора. Да ты что-то меня... Так, а если я через этот сделаю... Не стыковочный блок, а головку поршня. Я умею это, поршень там. Пор. Ой, нет, это не головка поршня. Ладно, я это сделал специально, а то еще подумайте. Так, есть головка поршня, есть поршень. А мне не поршень нужен, а двигатель тот, который этот. Как ты называешься-то? Не знаю, пофиг. Пофиг, как называешься. Двигатель. Не умею. Здорово. Так, и как же мне с большого блока на малый это перейти? Поршень, малая головка, шарнир. Он не перейдет с большого на малый. Он с малого на малый перейдет. Через поршень, но там столько надо всякого, всякого этого будет. Сейчас, секундочку. Слышу. Их ты, не перекай. Так. Я манекен себе могу сделать. О, лаги. Без регистрации. Сенсор. Саброид. Никак пока что, ребята. Нужно еще фармить запчасти. Только тогда я смогу зарядить себя полностью и нежно. В принципе... Могу я его пильнуть. И в нем есть мои нужные моторы. А, чем я заряжать-то буду? Этот, пиликала гармошка. Играл аккордеон. Так, а в этом... А, слушайте, а зачем мне? Вот, видели, видели, видели. 5.57. GPS. 5.57. Есть. Это же новые, с текущей позиции. 5.57. Так, 5.57 цвета желтенького, чтобы их не путать. И бежать, 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 бежать. Прямо от дома. Туда, на 5.57. Широкую на широкую. Обязательно потом сообщите мне, как вам такая. Как вам такое прохождение? В принципе, на мой взгляд, очень интересно. 5.56. Желтенькая. Я бы еще пару часов записал, но у меня там это. У меня ноги, а мне домой. Так, ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала и Коралла. 8 суда. Я могу, кстати, вот этот вот построить, большой контейнер, и посмотреть, что в нем. С бахой сделаю. Хера. С тебя не могу. С тебя не могу. С тебя компьютеры нужны.
Так, там нужны компьютеры? Игра, отпусти меня. Отпусти меня, чудо трава. А, сюда тоже компьютеров нужно, ты его хочешь. 6 штук. Вот и забираем. Строили, строили, наконец не построили. Все. Не вижу я. Хреново мне видно. На полусветлом фоне. Сейчас мы его построим. Да хватит ты меня пиликать, я бы тебя пильнул бы, сволочь, да батарею не могу сделать. Опять нужно 4 мотора. Доступ запрещен. Да что ты будешь делать? Ты что, дурной, что ли? А, и инвентарь фул? Да как так-то? В смысле инвентарь фул? Смотрите. Вот. И что ты сделал? Вац, говорю. Так, бронированные стекла не нужны, но можно утыкаться фонариками. И половину сюда, 104,50. Е. Так, это у меня есть балки, я сплевываю, пластины у меня есть, трубки давайте добавим, экран давайте добавим. Это из того, что у меня есть. Из того, что я должен доварить. Моторов не хватает, да что? Да хватит ты меня троллить, пильнуть же, сволочь, блин. Так, ну что, мы, наверное, тогда пильнем коннектор. В нем как раз нужны мне моторы в количестве NCT штук. Вот, хватит. Так. Ага, работает. Теперь распиливаем. Доступ запрещен. Распиливаем по самой не балуйся. Вдруг там что вкусное? И пробуем его теперь сварить. Должен быть доступ. Еее, там нет ни хера. С кем я вас и поздравляю. Но это большой уже контейнер. Это уже на 15 тысяч, ребята. Так, все, игра. Ты я тебя выпну, что ли, отсюда, блин? Что меня... Смотрите, какой, а. Сейчас я вот эту дверцу выпну и тебя выплюну. Ну, выходи отсюда. Не, смотрите, он прям примагничен. О, гад, блин. Так. Ну что ж, мои дорогие друзья. Огромнейшее спасибо вам всем за поддержку. Надеюсь, такого плана видео по инженерам вы по ним соскучились. Я по ним тоже соскучился. Как ни странно. Ну вот, видите. Он даже не запрыгивает. Кстати, ага. Я их могу сделать. Поэтому нахрен. Это что такое? Труба какая-то. Вот. Всем вам огромнейший лайк за просмотр. Поначалу у нас так вот немножко много езды, потом часть езды будем вырезать. Часть езды. Знают дрозды, что получат. Скраб. А вам всем огромнейший лайк за просмотр. Это же, конечно же, не профиксились, нет? Вот, ну хоть это, хоть попрыгает. И с вами, как всегда, ДФ. Заходите на стримы. И всем вам огромнейший лайк, но он не показывается, извините. Могу только вот. Больше бы она не внимала. Ну, а мы с вами еще встретимся. Никуда нахрен не денемся с этой подводной лодки. Быть добру, ребята. Всем вам желаю побольше здоровья. И чтобы ничто вас не волновало, оставайтесь со мной. Будет еще много всего интересного. Ну, а я пошел включать. Выключать. Если быть точнее. Слышали, что-то упало. Ура! Эх, устал. Я устал? Я мухожук. Всем пока-пока. Ссылка в описании. На способ поддержать тоже.